Единый день безопасности дорожного движения проходит в Бобруйске. В преддверии начала учебного года сотрудники ГАИ напомнят родителям и детям правила поведения на дороге и прилегающие территории. Также инспекторы проведут рейды. Под прицелом скоростной режим, перевозка несовершеннолетних, соблюдение мер безопасности при катании на роликах, скейтбордах и велосипедах. Стартовал городской конкурс на макет наружной рекламы на тему воспитания здорового человека. Участвовать могут учреждения и ведомства, общественные организации и физические лица. Работы нужно предоставить в зональный центр гигиены и эпидемиологии до 25 сентября. Положение доступно на сайте горисполкома. 1 сентября в Бобруйском районе пройдет День трезвости. Во всех предприятиях торговли запретят продажу алкоголя на сутки. Ограничения не коснутся продажи спиртного для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств. К новому учебному году в Бобруйск прибыли 105 молодых специалистов-педагогов, из них 60 бобруйчане. Вместе с тем по-прежнему существует потребность в учителях математики и начальных классов. На подготовку учреждений образования к новому учебному году направлено более 700 тысяч рублей из всех источников финансирования. 1 сентября в Бобруйске за парты сядут более 23 тысяч учащихся, в том числе 2400 первоклассников. Копилка Могилевской области пополнилась новыми спортивными наградами. В открытом чемпионате и первенстве Беларуси по бегу на лыжероллерах и кроссу в спринтерской гонке у мужчин первым финишировал Александр Воронов. В спринте среди юниорок золото у Вероники Москалевой. Мероприятие проходит в спорткомплексе Раубичи под Минском.